Уважаемые телезрители, представляю вам президента Федерации бодибилдинга по ХМАУ Югре Юрия Медведева. Тут представлено 10 номинаций, 3 фитнес-бикини и определение абсолютного победителя, 3 категории пляжный бодибилдинг, определение абсолютного победителя классический бодибилдинг, бодибилдинг, фит-модель. Данный турнир является отборочным официальным турниром, после которого лучшие спортсмены нашего региона будут представлять Югру на Кубке Уральского федерального округа, который будет проходить в городе Екатеринбурге. И далее наша сборная команда Югры будет представлять регион на чемпионате России.